Добрый день, меня зовут Каминская Надежда Ивановна, я пенсионерка из города Тюмени. Что хочу сказать о продукции Тяньши. Мне сказали такие вещи, о которых ни один врач за всю мою жизнь мне не сообщил. Вот. И, естественно, какой продукт употреблять, в каком порядке и так далее. Попутно, что заметила, у меня в левом глазу была черное пятнышко, как мушка. Вот я куда смотрю, туда и пятнышко, туда смотрю и туда пятнышко. Сейчас я еще не закончила весь этот курс, но я заметила, что это пятнышко у меня исчезло. Оно иногда появляется, но оно уже прозрачное, не черное. А черное – это означает катаракта. Когда я обращалась к врачу, они говорили, а что вы хотите? Согласно вашему возрасту, это нормальное явление. И все. Капли Тауфон, да, другие очки пропишут, и все. А я говорю, что решала одни проблемы, а в результате у меня параллельно еще вот это ушло. Ну, как всегда, очищение – это чай, хитозан, икан. И питание – это спирулина, да, цинк обязательно. Жевательный кальций, тяньши с повышенным содержанием кальция, детский кальций, ну и так далее. Так что употребляйте продукт компании Тиенс. Спасибо за внимание.